Почти 30 лет оздоровительный центр «Дельфин» дарит детям Ленинского городского округа возможность научиться плавать. По признанию руководителя учреждения, 90% местных ребят чувствуют себя как рыбы в воде. С такой целью все начиналось. Позже «Дельфин» стал готовить будущих олимпийских чемпионов. Мы же видели, что ребята есть талантливые. Но для того, чтобы заниматься спортивным плаванием, у тебя должен быть тренер, который заинтересован в чемпионах. И вот таким в 2006 году появился, это был Андрей Шишин. И мы с 2007 года решили заниматься спортивным плаванием для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, чтобы сделать олимпийского чемпиона. И у команды Гульнары Романадзе все получилось. В начале пути идея окружающим казалась смешной. Не смеялись, а уже плакали россияне от счастья в 2021-м, когда на летних Олимпийских играх в Токио воспитанник «Дельфина» Евгений Рылов стал двукратным чемпионом, привезя в родной Ленинский округ олимпийское золото и поставив новый рекорд Европы. Олимпийским чемпионом будет 1-2. Это адский труд, тяжелый труд и сложный. Обучить детей плавать, безопасность на воде. Я считаю, что это главная цель нашего центра. А олимпийские чемпионы, чемпионы России на благо страны и Подмосковья – это хобби. Это хобби. А вот чтобы дети ходили, плавали, вот вся начальная школа приходит, они же плавают не за деньги, спортсмены, дети-инвалиды у нас тоже с 93-го года. Такую многолетнюю работу на благо Московской области отметили на самом высшем уровне. Гульнара Романадзе удостоилась почетного знака преподобного Сергия Радонежского. Награду она получила из рук министра образования региона. Лично это орден мне повесили, да? А если бы не было команды, не было бы никакого олимпийского чемпиона. Это была команда полностью, которая работала на Андрея Шишина и на Женю. А благо создавали им благодаря внебюджетным средствам, которые зарабатывали другие тренеры. Вот это команда, поэтому я говорю, это дух команды. Один человек ничего не сделает. Гульнара Джамаловна верит в молодежь. Ее профессиональный потенциал. Говорит, уже сейчас готовит себе смену, но не намерена совсем оставлять любимое дело, которым живет. Просто надо очень любить свою работу, в гармонии быть. И тогда ты счастливый человек. Я могу сказать, что я счастливый человек. Я счастливый человек. У меня и дети прекрасные, и внуки, и бассейн. Он маленький, но они потрясающие, чистенькие, хорошие, добрые бассейны. Дети, 5000 детей, которые приходят в бассейн, это же радость. Дети, это вообще потрясающе. Можно всегда молодым оставаться, если рядом детки. Потенциал «Дельфина» велик. Большой штат высокопрофессиональных тренеров, воспитанники, среди которых выявляются будущие чемпионы. Не хватает только нового бассейна. Мечта Гульнары Романадзе – 50-метровые дорожки. К цели она идет уже несколько лет и надеется, что и эту высоту удастся взять. Мечты сбываются, я же говорю. Будет. Когда-нибудь, но будет. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.